Давай, давай, аккуратно. Вот, вот эту тетя. Я же ничего против не имею. Ой, простите. Не за что. Тетя, да. Вот это. Все, помогите женщине. Отходите в бок, сейчас буду закрывать. Все, готовы? Да. Поехали, поехали. Поехали, газуй. Ты как? Газуй. 300. Все, 300 нога. Жгут. Жгут, говорю, давай. Давай, перемяну. 300 нога, все. Газуй. Все, на болишку. Уходим. 300. Василий, на тебе еще жгут. Разматывай быстрее, что нога. Разматывай. 300 нога. Держи! Держусь, Саныч, нормально! Тихо, Вася, не лезь сюда! Не лезь сюда! Давай, 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 давай! Крути, крути ногу! Крути ногу мне! Кручу выше! Не надо выше, она у меня икра! Да выше, выше! Поворот! Выше надо! Прямо не пойдем? Нет, нет, все, уходим! Держитесь! Уходим! Давай! Затягивай, только крепко тяни, Вася! Крепко тяну, Сан Саныч, сейчас. Тащи, родной. Что-то у нас не произошло. Тащи, родной. Вася, держись. Терпи, родной. А, Руся, терпи. Ты как? Все, крути. Вася, хорош, я же буду этой ногой же газую. Сильно не затягивай. Так, вот. Надо затягивать, Сан Саныч. Сильно не надо. Я пересяду. Нет, говорю, сильно не... Все, не трогай. Уходим, все. Сан Саныч. Держись. Просто держись и все. Все, все нормально. Все, 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 Вась, Вась. Да, я сейчас... Не можешь не сесть? Нет, не могу. Сейчас, сейчас. На ДК не едем, едем сразу на больничку. Давай. Вася, отзвонишь на шефа? Была бы не броня, было бы не... Да. Смотри. Да, повезло, брат. Да, вроде так. Перелазь назад. Даже я не понимаю, как у нас налёта целый. У нас двое 300-х. Ноги. Едем в больницу. Все, все живы, нездоровы, но все будет хорошо. А зараз мы идем до наших белых янголов, які під час эвакуации були поранені. Поряд були взрывы. Зараз вони знаходяться в лікарні. Ми їх прийшли провідати. Да не колени, это братик родной. Все нормально, все шо. Ты забыл. Все, все, беги. Хорошо. Давай. Все, хорошо. Я вечером. Про эвакуацию гражданского населения в городе Маринка, Первомайка. Поднялись на адрес. Забрали двух человек, которые вышли на сюда поближе, где меньше обстрела. Пожилые люди, предпочтение было их забрать, так как они не могут сами передвигаться. Мы выдвинулись на один адрес, забрали и выдвинулись на второй адрес. При отъезде с места непосредственно, как бы обстрелов не было, был только там один, а было слышно один выстрел далеко, а потом обстрелов не было и сразу произошел взрыв. Водитель получил сечение ног, я находился сбоку, получил сечение осколочных ног, двух ног. Из-за того, что были на броненном транспорте, залишились живы, продолжили свой напрямок. Гражданские люди не постраждали. Как бы наши люди ценили життя тих людей, кто их эвакуює, тому больше мы сделали для них, а так теперь приходится лікуватися, а потом будем их снова эвакуировать. Звонят на эвакуацию, но так как идет обстрел, мы им пропонуем залишатися в сховищах, так как обстрел не прекращается. Если обстрелы прекращаются, мы им пропонуем передвигатися в більш безпечні міста. Для цього є евакуаційні групи, також вже засновані на місцях. Скільки вже людей ви вивезли за вашими підрахунками? Ну, там 1400 з чимось. І діточок із них багато? Дітей дуже багато. Дітей багато, так як виїжджають діти, матері з дітьми виїжджають, так як не залишають їх. Хорошо заснували ми Білого Ангела, так що він продовжує далі робити.